промышленная столица Украины, город-труженик, сердце Казацкого края, город на Днепровских кручах, Запорожье. Сегодня ты празднуешь свой день рождения. У каждого человека есть имя, фамилия, семья. Такой же неотъемлемой частью его «я» есть и место, где он родился. Это та частичка души, которую он пронесет с собой через всю жизнь. Город – это родные улицы, любимые места, незабываемые мгновения детства, юности, зрелости. Но самое главное – город – это люди, которые в нем живут и работают. И я с гордостью могу сказать, что запорожцы – это трудолюбивые и талантливые люди, которые любят свой город, свою родину, помнят свою историю, уважают традиции, мечтают и заслуживают счастливого будущего. У нас огромный потенциал и колоссальные возможности. Уверен, совместными усилиями мы сможем построить город, в котором будет комфортно жить нам и нашим детям и внукам. В нашем городе Запорожье, в сердце нашего родного края. От имени фракции партии «Наш край» в Запорожском городском совете от всей души хочу поздравить вас с нашим прекрасным праздником, с Днем города. Счастья и здоровья, мира и радости. С праздником, дорогие запорожцы!